Государственная Дума России. Первый покажите ваше удостоверение. Пожалуйста. Да. Как фамилия здесь? Сапожников. Сапожников. Владимир Семенович. Сапожников. Запишите. Сапожников. Фамилия вас оправдывает вас, к сожалению. Значит, вызывайте, я вам ставлю известность, что вы немедленно должны мне вызвать начальника УВД, начальника ФСК, сюда ко мне на официальную встречу. После встречи я буду с ним разговаривать. Немедленно, сюда ко мне. И поставьте их в известность, что дни Степашина сочтены и Ерина. А потом я вам буду срывать погоны. Вы будете, будете. И пенсии у вас не будет, и погон не будет. А чем вы занимаетесь произволом? Ходите как бандит здесь и говорите, не буду, не хочу. Кто вам так позволяет вести себя? Вы подонок, понимаете? Вы подонок. Вы герб снимите. Герб снимите, подполковник. Снимите этот герб, подлец. Нарушаете власть, нарушаете закон. Конституцию, негодяй такой. Подлец, бандит, убирайся отсюда. Пошел отсюда вон. Бандит такой. Это бандит, а не милиционер. Должен заниматься властью, а ты с ним ходишь. Шатаешься. Тебе купили меня? Купили тебя? Подлец такой. Это называется власть России. Негодяй такой. Там еще один проходимец одел фуражку. Вот и ходите, бандиты купленные здесь. Видите, ваша власть какая? Все распределил за ваше все. Все, он уже забыл, кого он должен защищать. Выкни его вообще. Отдайте ему обратно. Отдайте, в смысле, кредит и мигалку. Не за вашу мигалку. Из-за.